Когда человек идет в саморазвитие, неизбежны перемены. Мы начинаем меняться внутри, мы проходим через хаос, потому что старая парадигма разрушается, а новая еще только предстоит появиться на свет. Старые мы умираем, но новые еще не родились. После каждого тренинга, курса, общения с людьми, книги, видео или любой другой новой информации, которая сильно на нас повлияла, прошла сквозь нас, возникает пауза. Во время этой паузы мы чувствуем себя неуравновешенными. Мы теряем всякое представление о себе. Понимание того, кто мы. И иногда даже забываем, где мы. Мы как будто падаем в бездну, а дна не видно. Хочется за что-то зацепиться. Мысль зацепиться за что-нибудь в прошлом вполне естественна. Нам хочется вернуться обратно, потому что это уже хорошо знакомо. Мы знаем себя прошлого, и нам комфортно. Но если мы цепляемся за прошлое, то мы только продляем паузу. Если же мы не будем цепляться, пауза скоро пройдет. Она может закончиться в любую минуту. Вопрос не во времени. Вопрос в нашем доверии. Важно принять неустойчивость. Принять дискомфорт и неудобство. Даже если неприятно, принять это. И оно немедленно исчезнет. Мы чувствуем дискомфорт, потому что постоянно думаем, что раньше было лучше. По крайней мере, все было налажено. Мы в будущем живем, а не в сейчас, и в прошлое так часто возвращаемся. Песня «Доверяй». Наши близкие чувствуют это ментально и тоже поддаются внутренней панике, так как мы неосознанно транслируем свое состояние на окружающих. Важно принять все новое. Все, что приходит, и не бороться, не цепляться, иначе пауза продлится дольше. Просто расслабиться. Назад пути уже нет. Понять, комфортно только смерть. Жизнь полна дискомфорта, полна боли и страданий, но благодаря этому человек растет. И это величайший подарок, какой только может быть. Там, где страх, там самый рост. А там, где боль, там жизнь и знамя. Песня как мантру. Важно помнить, все имеет свое значение. И все в порядке. Все происходит так, как и должно происходить. Песня «Дай себе жить». Это наши уроки. Нам важно их пройти. Какими бы неприятными ни были ощущения, это просто ощущения. Не теряй времени. Содействуй процессу. Прими его и будь в согласии с ним. В конце концов, то, что вначале казалось небезопасным, покажется единственно безопасным потом. А то, что вначале казалось дискомфортом, вскоре окажется единственно возможным счастьем. Погрузись в это и просто проживай. Не трать энергию на то, чего боишься. Ведь ты сам создаешь свою реальность. Своими мыслями, словами, действиями. Слушай мои песни, настраивайся на позитивное будущее и помни, жизнь — это игра. Игра с огнем длиною в миг.